И снова здравствуйте. Мелкое видео приветов. Я забыла совершенно, что собиралась передавать привет вместе с обзором по ссылке Дины. Ну, раз уж я забыла, то решила записать просто отдельно, потому что некоторые эти приветы ждут. У меня в этот раз так обычная бумажка. Полосочку в этот раз тоже от какой-то лекции осталась. Приветы. Татевик. Надеюсь, правильно произнесла ударение. Ерпине, вам привет. Так. Анастасия Максимова, и тебе привет. Ксения Арт. Я подозреваю, что ты у меня есть ВКонтакте. Я хотела посмотреть твою фамилию, но, как обычно, забыла. Ты, я думаю, меня простишь. Но на Ютубе у тебя такой ник. Так. Юлия Хамадаева, и тебе привет. Еще у меня тут привет на Име. И попутно еще небольшая такая телеграмма. В общем, Наиме, привет тебе и с отличным окончанием учебы. Поздравляем. А, да, еще красивущая Хлорка, которая думает, что очень хорошо осведомлена о моей жизни, о том, кто я, что и тому подобное, тоже очень жаждет по ходу дела привет, но так как она внятно попросить, конечно, не смогла, а только междометиями и в своем ее стиле. И как я даже узнала, что у нее фотография-то даже чужая на аватарке. Ну да ладно, это ее дело. В общем, красивущая Хлорка, привет тебе, специально для тебя широкополосное видео. Вот вам эта такая бумажечка. Я помню про все видеозапросы, и когда у меня будет время, и, ну, в принципе, в основном еще даже вдохновение, если это все вместе совпадет, то я постараюсь же в ближайшие дни исполнять ваши запросы, они у меня записаны на отдельном листочке. Какие-то из них, которые я уже сделала, я зачеркиваю, я не буду показывать этот листочек, потому что тут с двух сторон все-все-все подряд, и даже по диагонали друг на друге, ну, в моем стиле все. В общем, я надеюсь, всем угодила, желающим передать привет. И до новых встреч, теперь точно пока.